Друзья, всем привет! Добро пожаловать на 82-й урок. Сегодня у нас разбор песни «Ой, рябина кудрявая». Вступление у нас – это тема припева, поэтому мы разберем его чуть позже. Начнем сначала с запева. Ля, ре минор, ля, ре, ми септаккорд. Ля и ми септаккорд. Дальше. Ля, ре, соль септаккорд, до мажор. Ля септаккорд, ре минор, соль, до мажор, ми септаккорд, ля, ре, ми септаккорд, ля септаккорд, ми септаккорд. Правой руке. Где-то по
вариант, кто просто играет в правой руке мелодию, не поет. Вот здесь я еще делаю вставку частенько. В левой руке то же самое, что мы учили с голосом. Соединяем. В левой руке ля септаккорд, ре минор, соль септаккорд, до мажор, ми септаккорд. Ля минор. Ля минор, ми септаккорд.
Теперь для тех, кто играет правая рука, и это же идет вступление, ну или проигрыш, в одну нотку. Успехов в обучении! Всем спасибо за внимание! Увидимся через примерно 2-3 недели. Выберем новую песню. Всем пока!